Что ты у меня снимаешь? Маски. Маска одета, обслуживаем дальше. Я бандит. Бандит? Бандит. Бандит. Фу! Деньги. Деньги давай. И вот тебе тоже деньги давай. Давай, я бандит. Я граблю магазин. Давай деньги. Вон еще сзади, вон еще деньги, давай все деньги, давай. Вот эти, давай деньги. И вон еще деньги, вон давай деньги. Еще деньги давай, вот еще деньги, вот давай, давай деньги. Все, быстро. Все, еще где тут деньги, давай, где еще есть у тебя деньги? Где еще деньги? Все, я побежал. Руки вверх. Деньги давай. Деньги давай. Не виноват, я ошибся. Пух! Хотя бы 100 рублей. Пух! 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 Ой, господи! Ты прям в самую той стороне, где он обкакался. Да. Тебе понравилось? Давай. Пух! Что, мы отлетели? Ну что, давай. Отлетели чуть-чуть, да? Ну нет, давай еще играть. Ну давай, давай, Дим, теперь ты продавец. Маску одевай. Маска? Да. Маску одевай. Сих, все, уже одел. Продавец должен в маске сидеть. Одевай. Как я одел только? Умный. Ты как это кушать собрался? Реально. Ты как это на званом обеде. Пахнут. Как на званом обеде. Так, давай, ладно, я у тебя буду покупать. Вот я с корзиной. Вот я денежку взял немножко. На сдачу оставил. Да. Вот я пришел, вот у меня палец, и распутал. Что ж у вас, молодой человек, деньги-то, как из-под задницы? Да. Мам, воруй деньги, дай сюда. О! Вы бросаете деньги! Поворовали. Эх ты, какие-то дельские! Украла. Эти деньги не укладывай. Эх. Собираем там еще. Давай, мам, деньги. Ну, ладно, мне хватит. Он еще тысячу возьму. Тысячу возьму. И что-то там еще лежит. Да не этим. Он там еще 500 рублей потерял. Целых 500 потерял. Ай-яй-яй-яй. Это не я. Человечки тут. Так, ну что, Дим, давай я у тебя покупаю. Маску одевайте. Маску одевай. Молодой человек, одевайте маску тоже. Тоже? Нету. Давай. Где я тебе возьму маску-то? Что, трусы дать? Не надо, сейчас я возьму, подожди. Сейчас еще что-нибудь придумаешь. Ну, может, у Мишки взять маску, что-нибудь. Ну, он одетый вообще-то. А, это его одежда? Конечно, это сейчас. Носки вон лежат. Одевай. Ну, еще носки нюхать. Пойду маску искать. Маска. Я не понял, а ты что ко мне пошел туда? Да. Маску искать. Ну, это вообще нонсенс, маска. Угу. В магазин придешь, тебя точно не оштрафуют. Теперь точно не заразишься. Я в маске. А продавец без маски. А почему продавец без маски? Одевай маску. Ну, человеку непонятно, что вы говорите. О, Одевай маску. В магазин нельзя без маски. Правильно одевай. Правильно одевай. О-о-о. Ну, теперь давай. Нос спрячьте. Давай. Молодой человек, спрячьте нос. Так. Почем перчик? Придется громко кричать, а то маска у меня плотная, ничего не слышно. Так вас и так не слышно. Почем перчик? Ась? Перчик почем? 5000. Ой. 5000 перчик. Почем перчик? 5000. У вас и уши, что ли? Я должен сказать. Говоришь, Дим, 5000. Почем? Ну, Дим, почем перчик? Это денежка. Скажи, 5000. 5000. Туда я совихну ее. Почем водичка? 10 тысяч. 10 тысяч. Водичка почем? 10 тысяч. Там 10 тысяч, то глухой, что ли? Надо дальше отрабатывать, будешь полы мыть. Давай, сколько есть? Давай за 1000 возьму.
Нет, 10 000. Нет, 10. Ну, вода нынче дорогая. Текет мне, нет, не пойми куда. Все трачу, не знаю, как. Да не давай. Наберу я. Давай, давай, давай. Нет. Сколько есть? Давай, давай все. Давай. Давай, что у тебя там есть? Мы сами посчитаем. Давай, что ли? Давай за 1000, Дим. Давай еще тут. Давай за 1000. Ну давай, что ли? За 1000, за 1000. Давай, давай. Да, давай. Мама, сейчас. Что там у тебя, смотри? 1000. 2. А ну, у тебя 5. 5, 6, 7. Ну да, там как раз получается. Как убрать? Как это мне рассказывать? Как убрать? 7. Ну, 3000. Я голову помыл. Голову помыл. А, волосы покрасил. Во. Так, ну что, курица пошла. 3000 должен, папа. Ну где у меня деньги? Кто у меня ну, деньги? Ну, отрабатывать давай, отрабатывать. Кто у меня деньги стер? Отрабатывать, папа, надо. Полы помыть, а посуду помыть. Так, маску оденьте, пожалуйста. Мы не обслуживаем без маски. Жарко мне. Вы привиты? Привиты. От бешенства QR-код есть? От бешенства. QR-код. От бешенства. Вот. Пожалуйста, QR-код. Вот. На день рождения подарили. QR-код. QR-код. Ну, давай, давай, давай. У тебя тут штрих-код, а не QR-код. QR-код. Где? Где? Вот, вот QR-код. Где? Да даже дата. Проставлена 7.2001. Там дата просто. А проставлена 7.2001. Так, Дим, почем курица? Курица почем? Ты мне цену назовите, я заплачу. Дима, почем курица? Курица почем? Почем курица? Да подожди, ты не. Он QR-код твой пробивает. У вас тут написано, подождите, женщина, женский род. Марина Николаевна Козявкина. Сайков. Вы разве Марина Николаевна? Так, почем курица? Мужчина. Мужчина. Марина Николаевна вы разве? Нет. Так написано, по QR-коду приходит, выходит нам Марина Николаевна Козявкина. Это QR-код моей жены. Марина Николаевна. Ну, а ваш где? Марина Николаевна. Мы не обслуживаем без... Грицацуева. Грицацуева. А я Николай Михайлович Грицацуев. Угу. Вот это QR-код моей жены. Так ваш-то где? Что у вас уже рука трястись начинает? Ну, как говорится, муж и жена одна, сатана. У нас один QR-код на всю семью. Нет, да. Мы не обслуживаем без QR-кода. И бабушки, QR-кода. И дедушки. И... Мы не обслуживаем без QR-кода, а пожалуйста. Мы не обслуживаем. Мужчина, пожалуйста, QR-код предъявите. Мужчина. Ну, где тебе возьми QR-код? Потому что ну, мне уже жарко, я кушать пойду. Нет. QR-код, QR-код. Давай я кушать спать ложусь время 9 часов. Ну и что? Ну, Дима, не хочешь мне курицу продавать? Что я буду ну, сидеть? QR-код вы ждем. Да нет, у меня QR-код. Ах, не, а как вас... Вы меня сейчас выгоните. А как вас пропустили в торг... Так вы прошли в торговый центр тайком? Я через трубку. И маски нету? Штраф 30 000. Плюс за то, что вы прошли без... Так. Штраф. Прошли тайком. Сколько с меня штраф? Еще штраф 50 000. На 50 у меня нет. Ну, отрабатывать пойдем, отрабатывать. Я тебе покажу, что делать надо. Идем. Давай я тебе дам 5 и нолик прорисую. Штраф. Ну, я тебе тоже давай сейчас что-нибудь прорисую. Это штраф. Нолик сейчас подрисую. Я хорошо рисую. Незаметно будет. Так, угу. А вот тут, чтобы голову не задеть этого, кто там накинул, что пожалуйста. 5 000. Угу. Штраф уплачен. Вот штраф. Так у вас штраф 100 000, а вы мне даете 5 000. Вот штраф тебе тоже. Все умерли. Тогда вы. Ой, пойду я покушаю. Отрабатывать надо. Давай мужчина, спать ложитесь. Отрабатывать тогда надо. Работать. Посуду нет, там помоешь. Без QR-кода не пускают. Не посуду пускают помоешь. Без QR-кода не пускают. Посуду помоешь. Ну, помою за собой только. Нет, две тарелки стоят. Ладно, две тарелки. А то я тебя сейчас выпишу там штраф. Ой, я устал. Штраф. Дай? Да. Ай, ай, курица убежала. Вот так мне с кем классило. Когда укусили с кем. Да с котла встелась. Пап. Бай. Где это сал? Как? Вот это сделал.
Ну не надо все открывать, Дим.